Кинешемец пытался сбыть больше килограмма маковой соломы. Наркополицейские обнаружили сверток с наркотиком в багажнике его автомобиля. Мужчина говорит, что собирал опиаты на приусадебном участке в соседнем районе. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, в ходе спецоперации «МАК» было обнаружено более килограмма марихуаны. Наркотик принадлежал женщине, ранее судимой. Сейчас она находится под следствием. По словам наркополицейских, марихуана поставлялась на территорию одного из исправительных учреждений области.